Ангела Меркель уходит сегодня с поста федерального канцлера Германии. Вечером в Берлине пройдет торжественная церемония, посвященная этому событию. Меркель занимала должность канцлера в течение 16 лет, и большинство жителей страны положительно оценивают итоги ее продолжительного пребывания у власти. Полагаю, все согласятся, что эта женщина творила историю. Я считаю ее сильной женщиной. Она толковая и остроумная женщина. В жизни это важно. Я отношусь к ней положительно. Я, как иностранец, многое получил благодаря ей. И отношусь к ней хорошо. Я считаю, что она потрясающая женщина. Не только потому, что она была гражданкой бывшей Восточной Германии. Я от нее в полном восторге. В ближайшие несколько дней Ангеле Меркель по-прежнему предстоит выполнять функции главы государства, до тех пор, пока Бундестаг не утвердит на посту канцлера социал-демократа Олафа Шольца.